Приветствую вас, дорогие друзья, с вами снова Римас. Мы продолжаем прохождение Аттила Total War за Скловинов. Ну что ж, давайте быстренько штурманем врагов. Они у нас разбили лагерь непосредственно на нашей земле. Ну и, конечно же, истощают наши земли и ресурсы, забирая наших женщин и детей. Так, ладненько. Для начала мы с вами сделаем следующее. Давайте сначала вот так вот отправим свои анагры сюда. Возможно, их анагры тоже будут нас обстреливать, так что, так как мы будем вести непосредственно огонь в их сторону, и, скорее всего, они выступят в нашу сторону. Поэтому мы не будем убирать своих копейщиков. Наши копейщики будут прикрывать наших же анагров. Так, конницы много, да, у нас? Это довольно тоже хороший знак. Так, одна конница здесь будет. Вообще-то у нас очень много конницы. Это, в принципе, хорошо, хороший знак. Потому что, когда у нас много конницы, я ее сразу же начинаю сливать. Так, вражеский анагров. Мы, к сожалению, мы их не достаем, да? Нам надо чуть-чуть продвинуть своих бойцов вперед, свой полководца назад, так как его будет тоже непосредственно обстреливать. Так, ночная атака. Необычная атака. Что-то я их анагры не вижу, а вот они. Хорошо. Нам, смотрите, у нас есть два выбора. Либо начать обстрел непосредственно вот эти вот вышки и штурмануть, либо пострелять по их мечникам. У них очень много мечников, и это очень плохой знак, так как у нас одни копейщики. Ну, правда, есть хорошая конница, которая может проштурмовать вражеских мечников, да? Ладно, давайте сдадим, начнем, вернее, битву. Начнем обстрел и посмотрим, как это все получится. Пошел обстрел. Да, как я, в принципе, предполагал, они будут выдвигаться вперед. Хороший знак. Бойцов вот так вот ставим. А что они у нас что-то неправильно встали как-то? Они все ближе, ёптать. Ладно, стоим. Конницу отправляем вперед. Эту конницу тоже сюда. Чуть-чуть вперед. Так, кого? По слонам давайте, работаем. Работаем по слонам, по слонам. Отлично, пошла жара. Хорош! Вот это жестяк, ребята. Стреляем, ребятки, стреляем. Так. Уходим на вражескую конницу. Это очень жестко. Так, слоны уже потеряли контроль над собой. Начинаем их обстреливать. Не попадаем, к сожалению. Так, обстреливаем вражескую конницу. Верблюдонов нам тоже надо обстрелять. Так, что у нас со слонами? Блин, вот они нас херачат вовсю, а? Вот это жестяк. Так, первый слон есть. Так, кстати, вражеская баллиста уже начинает нас обстреливать. Горите вашу душу, мотал, горите. Ладно, уходим. Ну что ж, поехали. Так, бойцы, вперед. Уходим. Обстреливаем этих бомжей. Уходим сюда. А можно, в принципе, свою баллисту, знаете, что сделать? Мы можем пока что обстрелять вражескую баллисту. Да, именно вражескую баллисту будем с вами обстреливать. Так, конница пошла в эту сторону. Этих ребят перехватываем. И стоим, каточку держим. Так, у нас проблемы большие. У нас мечники. Работаем.
Разбиваем вражеские анагры. Хорош! Просто превосходно. Добиваем, 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 добиваем. Прачников. Так. Уходим, 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 уходим. Опа! Вражеский полковой к нам уже подходит. Бойцы, давайте вперед сюда. Вперед, 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 вперед. Не стоим, не стоим, не стоим, не стоим. Так, конница, рашаем. Хорош. Да, как я говорил, у нас большие проблемы с тем, что не хватает мечников. Так, обстрелим, 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 обстрелим этих бомжей. Люди сломлены и пытаются... Они никак не смирятся с поражением. Обстреливаем. Отходим назад. И на мечника пошли. Прекрасно. Прям неожиданно. Мы их полководца убили прям. Ребята. Это же просто гребаная жесть. Подправляем своего полководца сюда. И обстреливаем этих бомжей. Так. Наша баллиста работает? Не работает? Давайте, давай, забираем, 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 забираем вражескую баллисту. Не забываем про нее. Они обречены, в принципе. Хорош! Вот это обстрел. По своему попали, смотрите. Вот это мы их уложили, смотрите, ребята, сколько там трупаков-то. Так, ладно, догоняем, 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 догоняем. Вперед. И заходим на мечников. Темновато, да, немного? Красивые бойцы у нас, очень красивые. Это победа. Победа! Победа! Такую сумму, к сожалению, не поймаем, наверное, да? Не догоним. Ускоряем время. Так, ну что ж, итого, получается, у нас полковой почти вообще не работал. Догоним, нет? Да вроде догоняем, смотрите. Не догнали. Бойцы вперед. Забираем вышки. Чтобы они нас не обстреливали больше. Так, вот эти тоже вышки забираем. Быстро забираются они. У них вроде бы хороший захват, да? Да, отличная эффективность захвата. Они быстро захватывают всякие сооружения и вышки. Все, мы победили. Полностью, ребята, мы ушатали врагов. Правда, у нас почему-то тяжелая победа. Нас было 2120, их было 2358 бойцов. А, тяжелая победа, афригиты. Афригиды. Ну, скорее всего, мы полностью их стак не уничтожили. Возможно, они еще и остались. Так. Warriors all! Get moving! Ready for battle! Так, 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 так. Полководец Вук сделал пук. For the tribe! Leave none alive! Добиваем ублюдков. Ай, давай, до свидания. Вот это кровище, да? Вы посмотрите, какая кровище, красота просто. Так, ладно.
А у нас вроде бы все, вроде бы, да? Давайте обратно в сарай. Возвращаемся. Смотрим, что у нас здесь еще не готово. Также лоба. Санитария, рост, санитария во всех регионах. Давайте, кстати, как раз это дело мы с вами построим. Потребление пищи, храм. Ну, давайте все-таки... Так, санитария здесь, блин, я не знаю, стоит ли строить это или не стоит. Зато пища у нас будет, да? Плюс 80. От пищи никогда нельзя отказываться. Кстати, у нас есть какой-то регион, где я отключал налоги. Может быть, я даже забыл потом их включить. Нет, вроде бы все. А, я тот регион, походу, просрал. Да, да. У нас были кое-какие проблемы. Захватывали наши. Кстати, мы забыли с вами... Мы, в принципе, можем вот это вот дело расширить. Здесь вот, как раз в окраине. Смотрите, как строительство происходит, ребят. Как детально все описывается, показывается на ваших глазах. Просто красота. Священная роща, мастерская ремесленников. Это у нас богатство плюс 350 и славянские топорники новобранцы. Канарезы здесь у нас, кстати, хорошие. А здесь у нас требуется железо, да? Нам надо наладить, кстати, железо. Захватить, либо заключить соответствующие торговые договора, чтобы уже обеспечить поставки железа. Так, каналы у нас здесь есть. Дом вождя. Что он дает? Богатство, богатство. Здесь у нас славянские воители, славянские воины. Славянский засадный отряд. Славянские воины, мечники в основном, да, здесь получается. А здесь, смотрите, многие войска на английском языке. Я, честно говоря, не знаю, что это такое. У нас вроде бы здесь есть дом вождя или нет? Чертог вождя. Да, у нас здесь есть дом вождя. Здесь у нас чертог вождя, поэтому дом вождя строить с вами не будем. А, санитария получается. Уровень санитарии, ребята. 21. Ну что, можно, в принципе, священную рощу, что-нибудь такое построить. Хотя где-то у нас уже была священная роща. Производство кожи. Я даже не знаю, что здесь строить можно. Стоимость средств каждый регион минус 5%. Богатство от торговых построек. Анагры. Канарезы. Конница здесь. Получается, топорники всякие. Вот славянские охотники, я думаю, давайте лучше построим с вами мастерскую. Ну, плохая конница у славян. Вот нету нормальной конницы, которую мы могли бы нанять, да? Хотя, возможно, есть какие-то здания, которых я не знаю еще. Вот здесь вот только одна конница получается. Да, конники-застрельщики. Ну, давайте тогда сделаем так. Дом резчика по дереву. Мы с вами здесь построим. Получается, сначала мастерскую ремесленника, а потом дом резчика по дереву. И как раз уже будем делать нормальных лучников. Лучники, они очень хороши. Раз уж нету конницы, будем их... будем лучников делать и, конечно же, прикрывать наших лучников своими копейщиками, канарезами всякими и прочее. Красотка. Ты у нас вроде бы не движешься, да, ничем. Избыток населения, отряд нанят. Вук. Вук сделал пук и повысил свой ранг. Ладно, сдаем ход, посмотрим, что из этого получится. Через 6 ходов, вернее, сейчас уже будет через 5 ходов, мы с вами завершим очередной навык, изучение очередного навыка и посмотрим на это дело, как оно вообще будет выглядеть. Да уж. Attila Total War. Вот здесь как-то, знаете, это не ординарная игра. Здесь
нету сюжета, да, здесь как-то само все происходит. И самое интересное, что происходит разным образом. То есть в одной компании где-то какая-то фракция сразу умирает, в другой компании эта же фракция, она становится просто самой великой на карте и начинает всех шатать. Вот как-то я помню, играл в компании, там гунов сразу вынесли почему-то, вот сразу. Я не знаю, как это получилось, может быть, это забаговалось, потому что их нереально сразу вынесли, но это было. Кстати, я играл тогда без модов. И, возможно, в следующей кампании, конечно, у нас будет без каких-либо модификаций. Я даже хочу переустановить полностью игру, удалить ее полностью, стереть и заново скачать ее. Так, Руги нам предлагают оборонительный союз, тем самым они еще требуют 180 золотых монет. Давай, давай, конечно, конечно. Я только за. Я только за. Пока гуны живы, я за. А там дальше я не ручаюсь за свои слова. Сразу говорю. Так. Что-то гуны, они что-то прямо этот, они походу узрели гнев Римаса, ёптать, и перестали атаковать нас. Возможно, они хотят сначала решить все свои коварные планы, завершить, вернее, с нашими союзниками, а потом уже к нам прийти. Ну, они совершают огромную ошибку. Они нам дают время. Так, вражеский контингент действует, болезнь распространяется, срок службы, ёптать, закончился. Так, враги у нас опять болезнь, да? Но ничего, жилобы скоро мы с вами построим, и у нас будет санитария плюс 6 во всех регионах этой провинции. Ну давайте храм построим, давайте вот эту вот тоже хрень построим. Будем, как говорится, развивать свою инфраструктуру по максимуму. Так, Светочка, ты у нас здесь работаешь. А ты, красотка, что ты у нас здесь делаешь? Успех! Мы ее прокачали, нет? Прокачали, да. Прекрасно. Так. Доступ чужая армия. Доступ чужая армия. Здесь у нас риторика. А, проповедь религии плюс 12 влияние получается. Хитрость плюс 1. Давайте хитрость здесь добавим. А, чем больше хитрости, тем меньше шансов ее переманить либо переубедить. Рвение плюс 1. Ну давайте еще рвение. Самооборона агента. А вот рвение. Самооборона агента. Минус 10% шанс ранить напавших. Слушайте, ну нормально. Ну и хитрость тоже вроде бы влияет на это дело. Стоимость действия агентов. А, здесь только стоимость действия и зона обзора. Шанс критического успеха плюс 20%. Вот ей надо, знаете, что вкачивать? Авторитет. Но у нас авторитет не вкачивается нигде, да, вроде бы. Ладно, давайте тогда вот так вот дело и вкачаем. Посмотрим, здесь 1, 2, 3 агента, включая нашего бывшего агента, здесь находится. Нам надо от него как-нибудь потом избавиться. Ладно, красотка, давай иди сюда. Ты будешь здесь управлять, вдохновлять наших граждан. И улучшаем своих бойцов. Так. Ух ты ж, мать твою. Да это же чудесная конница какая-то. Смотрите, это с модификацией. Рейдеры какие-то. А ну-ка давайте их наймем. Вот этих вот ребят уберем, а этих наймем. Посмотрим, что это за конница такая. Она довольно хорошая конница. Отлично эффективно захвата получается. Ближний бой у них 40. Уровень ближнего боя 45. Усиление натиск 44. Здоровье 215. Броня 60, да? Стоимость 108. А, скорость, вернее, 108. Содержание также 125, как и у этих ребят тоже. Ну что ж. Ну они тоже, кстати, метатели, то есть они... Ну давайте вот сейчас вот... Вот так вот распустим это дело. А, кто у нас здесь не хватает? Ну да, побольше копеечек нам надо обеспечить. Давайте побольше копеечка. Мечиков, к сожалению, нету. Но ничего. Ладно, зададим ход. 430 год нашей эры. Осень. Посмотрим.
Призыв к оружию, вандалы. Атакующие вандалы. Мы, кстати, с вандалами вроде бы так засос. Анты, смотрите как. Ну да, анты, я так и понял. Ну давайте вступим, конечно же, мы же вроде бы... Я так и понял, что они неспроста нам предлагают оборонительный союз. Хотя, стоп, анты, это же наши ребята, да, это же наши эти. Мы же с ними вроде бы давно уже в союзе. Аксум. Аксум душу твою мотал. Вчера недавно наткнулся на одну статью. Ну, там, я книгу одну читаю. И этот. Есть такая фракция, такое племя, вернее. Оно называется, сейчас вспомню. Оно, ребята, как-то называется... Пиарос называется, да, Пиарос, я вспомнил. И так вот, это племя одно из самых мирных племен на нашей планете. То есть они обитают где-то там, либо в Мексике, либо в современной Мексике, либо... Ну, где-то там, не, мне кажется, даже в Южной Америке, не в Северной Америке, а в Южной Америке. Так вот, они одних из самых мирных племен на планете, как я уже говорил. И у них реально, то есть их как-то... У них религия, конечно, язычество получается. И эта религия не столь уж прям видна, то есть о ней мало кто знает, поэтому она не была исквернена, да, как вот в наше время пытаются там пользоваться религиями всякими, политическими взглядами и так далее. И здесь, то есть у них убить человека — это грех. То есть если ты убьешь человека, и это они верят, то есть ты умрешь там жесткой смертью, болючей и тому подобное. А базги ушатались... Бастард, Зоро. Так, ладно, болезнь распространяется все так же. Так вот, это племя, оно живет до сих пор. У них нет ни электричества, ни света, то есть они сами себе. Они не платят налоги, ничего, то есть их никто не трогает, и они никого не трогают, конечно же. И прикольно было посмотреть, как они живут. Погуглите, ребят, там прикольно так вообще этот. Так, ну что ж, давайте еще раз попробуем все-таки отвлечение сделать. Тем самым мы прокачаем своего агента провал. Ну ладно, мы его все равно прокачиваем. И это хорошо. Надо всегда пытаться, стараться что-то делать. Так, ну что, через два хода у нас закончится строительство очередного здания. Кстати, мы с вами уже вроде бы построили... Блин, и здесь у нас тоже... Твою мать! У нас весь регион, ёптать, в Чахотке. У нас же вроде бы здесь хороший санитарий. Откуда тут Чахотка-то появилась? Вы что, издеваетесь надо мной? Ребятишки. Ребятюли. Ух ты, элитные топорники гунов. Вы посмотрите, как они выглядят. Ну-ка, давайте посмотрим, как они... В этом... Мне нравятся гуны. У них красивые довольно соединения. Они более такие, знаете, и у них хорошая пехота. И хорошие всадники. Так, у нас, походу, не откроется сегодня. И все вообще хорошее. Выдвигаться мы не будем, как я уже говорил. Архимар. Я жду, пока Архимар не пойдет. Когда он пойдет, я его раз быстренько захвачу. Вот такой вот у меня политический ход. Поэтому сдаем ход, посмотрим, что из этого выйдет. Архимар. Да, ребят, возможно, скоро будет, как я уже говорил, Skyrim новое прохождение. Ну и, конечно же, еще я хочу начать новое прохождение Mount and Blade. Ну, вот эта вот тема викингов, которая вышла, ну, недавно, где-то год назад, да? Последнее дополнение. Там, ну, графика более-менее лучше сделали. Ну, конечно, без модификации. Вроде бы у меня там русский язык стоит. Будем тоже создадим своего персонажа. Придумаем ему историю. И этот персонаж будет из грязи в князи выдвигаться. И, конечно, до этого мы с вами дойдем. Вот как-то так. Но я тоже хочу в стиме там кое-какие достижения тоже получить. Ну и я думаю, будет весело. Так что пишите в комментариях, если хотите Mount & Blade и Skyrim, то, возможно, в скором будущем вы увидите на канале столь эти необычные выпуски. Потому что у нас что-то одно и то же, да? Арк, Атила и космические игры. Но мы хотим что-то смешать, что-то изменить, правильно, на канале? Так, я надеюсь, там нашего агента не переманили, не убили. Я что-то не понял, где это дело происходило, но своего агента я больше не увидел.
Восточная Римская империя. С ними мы вроде бы в засос пока что сцелуемся, ну, скорее всего, их скоро вынесут, судя по тому, как они ведут себя в последнее время и какие земли они владеют. Хотя, возможно, они уже чуть-чуть что-то себе там кое-что отвоевали. И нам надо, кстати, посмотреть этот... Твою мать, в Раху пришли. Как они продвинулись-то сюда, а? Ладно, нам надо срочно подойти и собрать своих войск именно там. Так, вражеские агенты действуют. Убежди, Дуса, ёптать. Её все-таки убедили. Благородный отпрыск. Внебрачный. Обалдеть. Просто обалдеть. Так. Ну что ж. Сплоченность минус один. Верность просто офигенный просто у нас, ребята, полководец. 18-летний. Я хочу от него избавиться, если честно. Безумие давайте возьмем. Пусть даже чахоткой поболеет. Зона влияния, натиск, пиратиск. Кстати, что у нас там? Нам назначался наследником решить. Ой, 12 лет ему всего лишь, да? Нихера он настругал. Смотрите, бастард бастардов настругал. Просто красавчик. Не, мы будем Влада ставить. Это даже не обсуждается. Ребята, мы будем Влада ставить. Так, умерших оставляем здесь. Обалдеть, 18 лет, ребята, трех бастардов настругал. Вот это жесть. Я даже ему завидую, молодец. Стрелок, ёптать. Так, ладно. Рост это провинция. Натиск для отряда полководца. Давайте возьмем, пока время. Я от него буду избавляться позже. Для отряда полководца. Я хочу от него избавиться. Опыт новых отрядов. Стоимость содержания. И рвение мы добавим еще. Ну что ж. Да, у нас здесь нормально все вроде. Смотрите как. Нанимай не хочу называется. Мы даже их можем усовершенствовать. И у нас здесь, кстати, хорошие бойцы, которых мы можем тоже нанять. А искусственный интеллект, походу, такой в шоке, да? А фригиды, они что-то прям успокоиться не могут. Они, походу, замерзли, ребята. У них не боевые потери, они просто в шоке. Зима, холода, одинокие края. И тут такой кремосенка пришли, да, а там холод просто, жесть. А у них там жара у них, да? Ладно, друзья. В общем, в следующей серии мы с вами будем, конечно же, отбиваться также от фригидов. Жесткие ребятишки, они нас реально достали со своим спамом, но они поспамят, потом уже наконец-то догонят, что против склавин нет приема. Спасибо за лайки, всем вам удачи.